Представьте, что однажды на пляж вашего родного города выходит огромный белый медведь. Нереально? А вот жителям одной камчатской деревни пришлось столкнуться с этой ситуацией. Их гостем из Арктики оказался молодой хищник по имени Умка. Изможденный и раненый зверь явно нуждался в помощи людей. Как поступили местные жители и чем закончилось это невероятное приключение полярного медведя, узнаем прямо сейчас. Первой постройкой, к которой приблизился медведь, оказался полицейский участок. Он лег прямо перед зданием, и сотрудники полиции, конечно, не могли не обратить на него внимания. В первую очередь он вызывал у всех чувство страха, и никто не решался подойти к нему вплотную, хоть всем и хотелось получше его рассмотреть. Люди вообще не верили в то, что видят перед собой. Действительно, каким образом здесь мог очутиться дикий белый медведь? Они ведь обитают за сотни километров на севере, в Арктике. Никто не знал, что много дней назад ледяной айсберг, на котором находилось животное, откололся от материка. Молодой зверь не успел вернуться на сушу, так и начались его приключения. Он оказался в совсем незнакомой ему стране, очень далеко от своего дома. Когда хищник добрался до окраины деревни, он был невероятно измучен. Его одолевали усталость и голод. Медведь пытался найти здесь хоть какую-то пищу, но все попытки были безуспешными, да еще и эта странная, непривычно теплая местность. Нетрудно понять, что зверь чувствовал себя здесь крайне некомфортно. Сначала хищник старался не заходить в деревню и не приближаться к людям, но затем все же рискнул отправиться к постройкам, поскольку очень нуждался в помощи. Так он и встретился с людьми. Настоящий экзотический гость с белым мехом и острыми когтями. Зверь лежал возле полицейского участка, и в его глазах стояла грусть, а еще непонимание и безнадежность. Люди, конечно, поняли, что с животным что-то не так. Похоже, у него была повреждена передняя лапа. Он все время прижимал ее к телу. Полицейским было очень жаль зверя, но они не знали, как ему помочь. В конце концов, они связались с местными властями, отвечающими за охрану дикой природы. И в деревню выехали необходимые специалисты. Они накормили медведя и позаботились о его травмированной лапе. К тому времени местные жители уже стали ласково называть медведя Умкой. Очень скоро животное превратилось в настоящую знаменитость. Люди каждый день кормили его. Они приносили ему свежую рыбу, а также другие вкусные угощения. Медведь ел не очень много. По зверю было понятно, что он хочет вернуться домой. Но также люди видели, что хищник был благодарен им за помощь. Посмотреть на экзотического гостя приезжали даже жители соседних поселений. При этом все еще никому не было ясно, что же делать с животным дальше. Конечно, лучше было бы вернуть его в родную среду обитания. Но как это сделать? Он не сможет самостоятельно найти путь домой. Для этого он слишком изнурен и дезориентирован. К слову, глава региональной службы по охране дикой природы заявил, что подобные случаи на самом деле не так уж редки. Такое бывает, что белых медведей иногда уносят на льдинах очень далеко от их родных мест. И происходит это, когда льдина откалывается от материка. Также глава с уверенностью сказал, что этот медведь никогда не выжил бы, если бы на помощь ему не пришли неравнодушные люди. В итоге, для того, чтобы вернуть Умку домой, власти выделили вертолет. Также для хищника была сооружена большая крепкая клетка. Ветеринары осмотрели животное в очередной раз, накормили и усыпили. После этого зверя занесли в вертолет. Пока это происходило, местные жители громко аплодировали. Так они провожали своего необычного гостя. В полете, к слову, произошло то, чего никто не мог ожидать. Хищник внезапно очнулся. Если бы он начал паниковать и пытаться выбраться из клетки, это могло бы привести к печальным последствиям. Но, к счастью, хищник во время полета оставался совершенно спокойным. Он будто хорошо понимал, что люди хотят ему помочь, и просто разглядывал их добродушным взглядом. И через какое-то время зверь был успешно возвращен в естественную среду обитания. Да, все эти приключения для животного были очень непростыми. Он пережил сильный стресс. Кто знает, каким последствиям может привести подобное потрясение. Однако мы будем надеяться, что у этого необыкновенного зверя все сложится самым наилучшим образом. Самое главное, что люди в этой ситуации не остались в стороне и помогли нуждающемуся в помощи животному. Да, это было непростое время для Умки, но давайте закончим нашу историю на положительной ноте. Как бы там ни было, в этом путешествии полярный хищник обрел много новых друзей, которые точно будут вспоминать о нем еще очень долго. До скорого!